Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 17-го каталога Фаберлик, предновогодний, очень классный, с большим количеством новинок. Итак, поехали! Прям очень-очень вкусный каталог, уже не терпится сделать по нему заказ, если честно, давайте разбираться. Смотрите, какая у нас классная новогодняя коллекция с зайками, будет год зайца, белого зайца. Кружка на год кролика, точнее кролика, да, магнитик, надо взять обязательно на подарочки, термос, классный, я подумаю, может быть, возьму, Ксюшка начнет как раз ходить на конькобежный спорт, заниматься на открытом воздухе, зима и все такое, может быть, вот такая прелесть пригодится, чайку тепленького попить после тренировки, здорово, кружечки в двух вариантах, фарфор, смотрите, за такую цену фарфор, это прям очень дешево, вот такая коллекция кухонных принадлежности, скажем так, фартук, полотенце, варежка-прихватки. Точно брать не буду, потому что мне под кухню эти расцветки не подходят. Я такое не хочу. Это у нас с вами старая коллекция посуды, очень красивая. Давно на нее смотрю и жду каких-то скидок, чтобы взять, потестировать. Гирлянды снова в каталоге. Миленькие-маленькие звездочки. Носочки теплые обязательно тоже что-нибудь возьму и себе, и Ксюшке. По-моему, это все прошлогоднее. Нового ничего, тапочек тоже новых нету, к сожалению. Но так и буду брать. У меня вот эти малиновые куда-то потерялись. Хотя служат они верой и правдой, и ничего с ними после стирки не случается. Может быть, повторю именно их, или вот такие вот серенькие, они тоже похожи на эти, но помягче, тоже с задничком. Вот эти вот должны быть удобные, бежевые, наверное. Смотрите, скорее всего, лимиточки, да, у нас с вами кремы для рук, ягодный леденец и медовый пряник, супер, новые ароматы, будем пробовать, гели для душа, два старых и три новых, вишневый лимонад, лимонный мармелад и фруктовый лед, обязательно возьмем все три с вами, мимимишный дизайн, на подарки разойдется просто на ура. Обязательно возьмем с вами, попробуем шампунь, бальзам 2 в 1, домашний джем для всех типов волос, здорово, 3+, вообще классно, то есть деткам супер здорово. Вот такое мыло тоже на подарки можно взять. По 79 рублей будет вот такой вот розовый зайка. Классно. Бурлящие шарики. У нас с вами одно время были на складе только розовые. Других не было. Остальные тоже появились. Надеюсь, появятся. Будем брать. Такого снеговика бы лучше продавали. Серия «Зима». Не написано, что новинки, но в прошлом году был другой дизайн. А, но здесь тот же состав. Смотрите, масло ши. 6% в баночке, 3% в тюбиках. Классно, тоже обязательно что-нибудь возьмем. Серия «Зима» всегда великолепная у Фаберлик, вот всегда. Сколько я не пробовала, очень классно. Кремы питательные, супер, с сухостью борются просто на ура. Серия «Аромия», по-моему, никаких новинок. Смотрите, вот это уже хочу-хочу. Это у нас с вами лимитированный выпуск, уже даже написано. Освежитель и мыло для кухни 5 в 1 и США-ароматизатор для белья. С ароматом, где, вот цветочно-цитрусовый микс. Надеюсь, это будет что-то вкусненькое, новогоднее, приятное. Смотрите, по-моему, даже будет блестящий такой флакончик. Посмотрим. Очень интересно, здорово. И сразу еще новинки. Это переводные татуировки для лица и тела. Вот такие красивые снежиночки, подвесочки. И для дизайна ногтей тоже очень классные. Обязательно возьму. Мне зашло. Мне кажется, самые удачные. Смотрите, даже вот такие. Очень красивый маникюр можно сделать. Я прям представляю и очень хочу. Безумно красивые пакетики. Вы посмотрите, какая мимимишность. Просто супер, котики, печеньки, зайки для новогодних подарочков, очень красивые, надо тоже брать в запас, потому что, мне кажется, их сметут, девчонки, их сметут просто вообще. Гиалуронка, очень классный уход на холодное время года, наборчики будут по хорошим ценам, присмотритесь. Кожа просто в восторге, у меня лично от этого ухода потрясающие. Океаном тоже суперский уход, и Global Oxygen можно на зиму смотреть, а Axiology. Я вам редко рассказываю, в основном про кислородный баланс, да, потому что он матирует, у кого жирная кожа. А так это базовый хороший тоже уход. Никаких чудес не делать, но очень хороший базовый. Биомика по желтым ценникам. Вот это вот все рабочее. Вот то, что здесь, вот эту серию «Эксперт» я очень люблю. Все рабочее. И шприцы, и кремы, и коллаген, и ретинол. Все очень крутое. Обожаю. Так, что у нас будет еще интересного? Кислотный уход. Вот девочки в комментариях спрашивали, а какой взять крем к обновляющему ночному лосьону? Ну, тот, который здесь рядом, девчонки, тоже с ахакислотами. Очень крутой крем, очень круто работает. Пилинг
Первый шаг супер вообще, это кислота. Второй шаг это что-то типа гамажа. Третий шаг крем. Смотрите, ночной лосьон плюс крем-активатор будет стоить 799 рублей. Это классная цена для этих двух средств. Вы действительно увидите эффект, потому что он есть. И кожа с утра выглядит просто потрясающе. Действительно обновляется, разглаживается, никаких отеков, ничего. Очень люблю эту линейку. Именно сейчас вот пользуюсь превеликим удовольствием. Так, про сыворотку Реноваж пока ничего не могу сказать. А, еще не пробовала. Но обязательно отзыв вам в ближайшее время дам. Серия ICOL тоже очень классная на зиму. Прям вот замечательно. Мой любимый пушончик. NFW для подростков подходит, для тех, у кого жирная кожа, почистится. С витамином С серия тоже очень хорошо подходит на зиму. Здесь достаточно плотные средства. То есть сухой возрастной коже подойдет вообще замечательно. Особенно, девчонки, вот эта вот ночная маска. У меня она вызвала высыпание. Мне она тяжеловата даже зимой. Но моя кожа не сухая, и она так не поглощает эту маску. А все остальные средства, в том числе и сыворотка, в свое время вызвали восторг. Поэтому рекомендую желтые ценники рассмотреть, если не пробовали, к использованию. Да, а вот этот крем Love в баночке зимой тоже у меня всегда должен быть. У меня почему-то у Крестюшки опять кожа сохнет. То есть вот летом, весной, поздней летом до середины октября ничего не было. Сейчас я не знаю, то ли из-за отопления, то ли из-за чего. У нее на ножках, на ручках сохнет кожа, прям такая шершавая. Я ее маслицем из новой линейки сейчас после душа смазываю. И вот таким вот кремчиком еще могу на ночь тоже помазать в сухие места. Очень хорошо убирает сухость, вообще замечательно. Не могу понять, от чего такая реакция у нее. Так, серия Ума, про подгузники я вам уже говорила на Дзене. А сейчас мы берем, еще возьму обязательно масло большое. У нас расход, я сама после душа на тело наношу Ксюшке и Крестюшке, поэтому расход большой, возьму обязательно в запас. И возьму обязательно в запас средство 1+. Оно хорошо пенится, с ним действительно есть пена. То есть, как пену для ванны можно использовать 0+, пенится гораздо хуже. Так, еще у нас с вами были какие-то детские новиночки. Сейчас обязательно до всего дойдем. Каталог прям вот каталог прям классный. Прям вот много чего хочется. Даже боюсь не уложиться в 100 баллов. Вы пишите свои вопросы, что вас интересует. Давайте под этим видео. Я, потому что не все страницы вам, естественно, объясняю, пролистываю многое. В основном обсуждаю свои новинки, уход, что подобрать и так далее. А если у вас есть конкретные вопросы, я практически все, все невозможно попробовать, но практически все Фаберлик пробовала. Если вам интересен отзыв на какие-то продукты, вы пишите. А я в следующем обзоре каталога на этих позициях буду останавливаться тогда подробнее. Ой, видела, вот в этой серии выйдет новая палеточка оттенков. Скоро тоже классно. Будем пробовать. Тени такие неплохие. Слабенькая пигментация, но неплохие. Сейчас интенсивно на зиму прям тоже рекомендую, девчонки, праймер для губ. Где он у нас с вами? Его что здесь нет? Вот здесь нет. Слушайте, но он наверняка есть на сайте. Он наверняка есть на сайте. Не все, что в каталоге. В каталог, то есть, умещается далеко не все, что есть в ассортименте Фаберлик. А на сайте есть все. То есть, вы не обязательно можете заказать только то, что в каталоге. Да, вот новинки у вас для ногтей. Я вообще планирую. У меня почему-то очень плохо держатся ногти в последнее время. Мастер не менял, ничего не меняла. Но очень плохо. Через несколько дней какой-то ноготок доотслаивается. Но еще с этим ремонтом, агрессивное воздействие, средств всяких и так далее. Но я хочу снять и походить без гель-лака какое-то время. Посмотрим, насколько мне хватит. И возьму восстановитель для ногтей Фаберлик и вот эти новинки потестировать. Масло Монарда для ногтей кутикула. Монарда вообще вещь обалденная. И масло Сушка для лака, лака для ногтей. Это очень интересный, кстати, продукт. Будем с вами обычный лак Фаберлик пробовать им сушить. Вообще, на самом деле, интересно. Мой любимый карандаш для кутикулы 299 рублей будет. В общем, интересно. Кисточки у нас с вами по желтым ценникам. Посмотрю, может, что-то возьму. Хоть мне и старая коллекция нравилась гораздо больше, но... А в любом случае, эти кисти новые лучше, чем кисти из масс-маркета, которые несколько раз дороже. Очень хорошие кисти все-таки. У Фаберлик только хвалю. Так, мужчинскую серию мы с вами тоже пролистнем. Здесь, по-моему, никаких новиночек нету. Желтые ценники Barber Lab. Пик, кстати, серия обалденная. На подарки вот тоже взять на Новый год. Шикарный объем большой. И запахи здесь просто наишикарнейшие. Просто. Так, красочкой мы уже с вами запаслись. Тоже пролистываем. От серии эксперта, ото всей, кроме черного шампуня, у меня жутко зудит голова, и начинается не перхоть, а шелушение кожи головы, да. Серию Blond Icon обожаю, просто это любовная любовь. Смотрите, тюрбан будет за 359 рублей со скидкой, то есть 10 с чем-то рублей, вообще шикарная цена. У меня есть, и у Ксюши есть, у нас у каждого свой, все как бы в этом плане отлично. Стоит внимания.
Так, размягчающий крем-компресс для ног обожаю. 50% скидка будет 109 рублей. Гладкие пяточки у нас с вами со скидочкой тоже 129-199 рублей. Большой объем, конечно, выгоднее брать большой, да, и по цене, и вообще. Вещь классная, на ночь на ножки супер, на ночь на ручки замечательно просто. В БАДах у нас с вами тоже никаких пока новиночек нету, но они ожидаются. Будет обновление, будет много новинок. Здесь пока посмотрю, на что цены. Сейчас вообще сделала перерыв, не пью абсолютно никакие БАДы уже практически месяц. Но организму тоже надо отдыхать, да, от всего, от этого вмешательства. А так посмотрю. Посмотрю, надо посмотреть, что у меня еще лежит в запасах. Классная цена на Секреты Востока, потрясающий БАД. На Цитроактив тоже обратите внимание, он горький, его пить неприятно. Это вытяжка, по-моему, из косточек грейпфрута. Но он содержит большое, просто огромное количество витамина С. Сейчас в период болезни, прям вот он должен быть обязательно. У меня стоит, он всегда на кухонном столе. Вот он. Если кто-то заболевает, прям капель по 20, раза 3 в день, на следующий день еще и все. И уже не разболеешься так. В комплексе, если еще живится, и вообще просто прекрасно. Говорят, что выводит кофе, чаи, поэтому, наверное, несколько баночек кофе возьму в запас, так как очень люблю. Кетчуп тоже обязательно с вами возьмем. У нас в конце много новинок. Прям много-много новинок. В конце хочется уже туда скорее долистать. Здесь ничего нет. Нажив Иберлик супер. Обожаю. С удовольствием пользуюсь Сантокой большим и маленьким. Они прям обалденные. Так, порошки у нас с вами будут 333 рубля с моей скидкой, как обычно. Желтые ценники, смотрите, на пятновыводители и отбеливатели. Есть смысл по желтым ценникам взять. Выйдет достаточно бюджетно. Кто любит? Я их просто не люблю. Вы уже знаете, да? У меня они не работают. От слова совсем. Средства пеночиститель для ковров и обивок. Наверное, все по купончику набрали. А, обожаю. Вот буквально вчера, позавчера чистила ковер. Изумительно, как новый лежит. Вот где пятнышки какие-то есть. Крис любит испачкать ковер чем-нибудь. Прям все, как новенький. Здорово почистила щеточкой. Все прекрасно. Тряпочки. Заметили, на складах появились. В запас можно брать. К Новому году Фаберлик нам в каталогах напечатал украшения. Это не новинки, это все старые, скажем так, коллекции. У меня есть часть этих украшений. Хорошие, ничего с ними не случилось. Не так часто ношу, да. Новогодние труськи нам снова напечатали. Это тоже не новиночки. Прошлогодняя коллекция. Термобелье буду заказывать Ксюшке, потому что, не знаю, девчонки, у кого на каток на открытый ходят дети, в чем ходят. Вот я хочу ей комплект термобелья взять. Но сверху все равно нужны какие-то штанишки, ну и, понятно, куртка, потому что они бегать будут, ну хоть и на открытом воздухе, но будет наверняка жарко. Думала, вот такие штаны даже сверху, но нет, неудобно. Нужно что-то, наверное, такое обтягивающее, теплые какие-то леггинсы с начесом. Хорошо бы. Фаберлик нет, весь сайт перерыла такого, к сожалению. Так, у нас здесь с вами сейчас уже новиночки будут интересные, которые не терпится попробовать. Так, это у нас с вами новый дизайн старых кремов для рук, питательный, увлажняющий, омолаживающий. Очень классно на подарочке, что-то коробочка не нарисована. Коробочки будет? Нет, наверное, без коробочки. Питательный, увлажняющий, омолаживающий по 99 рублей. Но все равно так красиво, миленький дизайн. И вот что очень хочется попробовать. Это крапивный шампунь и алоэ вера шампунь. Смотрите, у нас здесь с вами огромные объемы, 380 мл. Надеюсь, они будут маленькие. Я люблю шампуни часто менять. Я бы хотела вот в маленьком формате, знаете, такой эко-дизайн, похож немножко на Эфраше, похож на что-то еще, не помню, на Биаси, господи. Крапивный у нас с вами укрепление и алоэ восстановление. 95% натуральных ингредиентов. Это очень интересно. Вообще мне такое не очень подходит, потому что волос сухой и жженый, да, и нужно что-то силиконистое. Но мне все равно интересно. Будем тестировать, с вами обязательно возьмем оба. Ну и на этом все, мои хорошие. Подарок будет классный для новичков. Парфюм, это всегда здорово. Парфюм, причем хороший. Зеленая императрица, красный прям зимний-зимний. А вот эти два мне не очень зашли, мне кажется. Ну, черный мужской, понятно, а сиреневый, он такой... Ну вот, хотя многим полюбился сирень, в общем... На вкус и цвет можно заказать себе пробнички и определиться уже с подарком за регистрацию, чтобы в следующем заказе выбрать то, что нужно. Так, и еще, девчонки, очень важный момент. У нас с вами каталог короткий. С 14 по 27 ноября, то есть 2 недели. Не забывайте об этом, успевайте делать заказы. Он короткий, двухнедельный, это на самом деле важно. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.